колонии строгого режима за незаконный оборот наркотиков должны отправиться по приговору Эжинского районного суда три бывших сотрудника Федеральной противопожарной службы. Жители поселка Нижний Одес Сногорского района Александра Мартишева и Алексея Гладкова, а также их подельника из Сыктывкара Дмитрия Казакова, выявили весной прошлого года сотрудники регионального УФСБ совместно со службой собственной безопасности МЧС. Как наркотические пары приводят на кривую дорожку, расскажет Алексей Корчма. Вот, вот, вот. 19 марта прошлого года на выезде из Эжвинского района Сыктывкара сотрудники ФСБ при поддержке ГИБДД задержали машину, в которой сосногорские пожарные возвращались с ведомственных соревнований по волейболу. Трое командировочных не понимали, почему вдруг оказались в руках спецназа, а вот водитель Александр Мартишев все понял, но поначалу оправдывался. А как вы поняли, что в сугробе находится наркотическое средство гашиш в размере 100 грамм? Проезжали мимо, остановились, покисли. И там свекли. Просто подошел. А вы сами наркотические средства употребляете? Нет? Нет. Я рекомендую вам задуматься над вашими словами. В сумке задержанного нашли так называемые бульбуляторы – приспособление для курения гашиша. Плитка наркотиком весом почти в 100 граммов была обнаружена в кармане куртки. Также были изъяты банковские карты, смартфон, пластиковый контейнер с кусочками зелья. И самый главный инструмент драгдилера – электронные весы. Медосвидетельствование показало – водитель сел за руль в одурманенном состоянии. Раскаяния ждать не пришлось. Я боюсь, честно. А что боишься-то? Вы посадите меня сейчас. Возможно. Я сожалею. Если ты содействуешь следствию, даешь изобличающие показания себя, возможно, пособников, я не знаю. Я обещаю, курить больше не буду. Задержанный выдал имена своих подельников. Одного из коллег, сыктывкарца Дмитрия Казакова, спецназ ФСБ задержал прямо в его квартире. Доброе утро. Доброе утро. Следователь ФСБ, сейчас в вашей квартире будет производиться обыск в целях отыскания запрещенных предметов, в частности наркотических средств. Есть таковые у вас в квартире? Предлагается выдать добровольно. Есть наркотические средства? Показывать? Небольшой кусочек гашиша лежал на тарелке в кухне и, видимо, готовился к употреблению. Еще полсотни граммов оперативники обнаружили в морозилке. Так называемый пластилин мужчина купил для личного употребления со своего аккаунта в интернет-магазине. Ездил за ним аж в Чебоксары. Роль Казакова в преступной группе сводилась к пособничеству в приобретении дурмана. Через известный интернет-сайт магазин приобрели с участием второго фигуранта Казакова наркотическое средство гашиш массой не менее 98 граммов. Денежные средства начислялись на карточку Казакова, на расчетный счет Казакова, который уже через специальные устройства конвертировались уже в биткоины, и после этого биткоинами оплачивались. И после оплаты ему, продавцом наркотических средств, направлялись геолокации местонахождения закладок. По словам Мартишева, он расплачивался с Казаковым за услуги посредника несколькими граммами гашиша. Его главный компаньон по наркобизнесу Алексей Гладкий получал партии дурмана и распространял по своим знакомым. Вырученные деньги передавал подельнику, также оставлял часть товара для личного употребления. Главный фигурант пояснил, что занялся нелегальным промыслом, чтобы починить разбитую в аварии машину. Кроме покушения на сбыт наркотиков в крупном размере, ему вменили еще и повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Оказалось, зимой 2018 года его уже штрафовали и лишали прав на 1,5 года за вождение в нетрезвом виде. Этот эпизод добавил месяц к основному сроку. Окончательно назначен Мартишеву 8 лет 1 месяц. Лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Алексею Гладкому назначили 7 лет и 7 месяцев лишения свободы. А вот посредник Дмитрий Казаков, которого кроме пособничества в наркосбыте признали виновным еще и в приобретении дурмана, получил больше всех – 8,5 лет колонии. И хотя эти солидные сроки были намного ниже низшего предела по санкции статьи о наркосбыте, фигуранты посчитали, что их смягчающие обстоятельства, в том числе малолетние дети, хорошие характеристики и государственные награды, тянут на большее снисхождение Фемиды. Они обратились с апелляцией в Верховный суд Коми.